Привет, ребята, меня зовут Кривошейна Елена, где нужны ники обычно? К Елене. Стою на светофоре. Расскажу вам немножко про то, что мы видим. Я живу в городе Кирове и пишу про него видюшки. Вот это девятиэтажка, которую сейчас держу в центре. Это бывший детский мир, и кажется, он... Поверните налево. Не стало. А этот самый магазин-то был известный еще с советских времен, реально детский мир. Вот эти красивенькие домики. Через стоят. 400 метров поверните направо, на улицу Горького. Здесь у нас Комсомольская площадь, и мы сейчас едем по Комсомольской площади. Но это место не гулятельное, это место, вот, где очень тесно двигаются автомобили. Мы сейчас едем по Комсомольской улице. И впереди у нас будет железнодорожный вокзал. Я к нему не поеду, но вот его уже, собственно говоря, видно. Вот это синенькое здание слева. Это железнодорожный вокзал. И тут у нас привокзальная площадь. Около железнодорожного вокзала. Поверните направо. Я поверну направо. Впереди камера контроля перекрестка. По улице Горького. И по этой улице прямо выезжаешь к автовокзалу. Всего один квартальчик. И автовокзал. Все. Через 300 метров на светофоре поверните направо, на улицу Некрасова. Болтушка. Все у нас тут близко, тесно. Вот серенькое здание далеко впереди. Ладно, сейчас я с другого места заеду, чтобы вам показать наш автовокзал. Рыженькое здание справа. Сейчас держу в центре экрана. Вот это маленькое синенькое, рыженькое синенькое. Это наш автовокзал. Я сама поехала. Поверните направо. Ё-моё, какая Алиса, перекрики волка. Сама поехала по делу, потому на автовокзал не пойду. Поворачиваю. Это улица Некрасова. Через 200 метров поверните направо, во двор. Что ж она мне не дает поговорить-то? В общем, спасибо вам, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Буду еще показывать город Киров. Это улица Некрасова. Недалеко от автовокзала и вокзала. Все, всем поверните направо, во двор. Пока-пока.